Я ведьма! Господи! Ты совсем, что ли? Солнечный удар получила? Ну, почти. А ты где ты? Он уже взбунтовался. Иру он уже в клетку посадил. Я в печке. А ну, стоять! А чё кричать-то? Стою. Кошелек или жизнь? Так кошелек или жизнь, ты уж определись. Ну, кошелек. Или жизнь. Или жизнь. И кошелек. Кошелек. Или жизнь. Или жизнь. Тут это как бы это, не перебивай меня, я как бы этот, соловей-разбойник типа сидела. Ща как свистну. А давай, свисти. И все. А что так тихо-то? Пошел отсюда. Пусю. А ну пошла вон старая корга. Шоу, хожу, хожу, хожу. Давай вылезай, там Ира уже в клетке сидит. О, не прошло и полгода, у меня, по-моему, уже поджарилась пятка и немного вот это место. Так что, короче, что я тут почти сижу? Меня это уже все достало. Мы каждый день на него работаем, и что мы получаем? Ничего, даже капли благодарности. Может быть, свергнуть его? Пин-пин-пин-пин. Я согласна с тобой, подруга. What you say, that you only meant well, well, 'cause you did. Эй, Добрыня, вставай! Блин, а зад садик?